Рост производства сельскохозяйственной продукции зафиксирован в Азербайджане. Согласно отчету Государственного комитета по статистике, в январе-ноябре 2020 года объем производства сельхозпродукции в стране составил около 8 миллиардов манатов. Это примерно 5 миллиардов долларов, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Производство продукции в сфере животноводства выросло почти на 3%, а в сфере растениеводства на 1%.